говоришь, не поднимется, думаешь? Тут не знаю, я сомневаюсь, что заедет, но очень вертикальная вниз стенка. Тогда вниз так лучше будет. Ага. Тут хороший такой угол, конечно, камни, за них цепляться хорошо будет резина, но я немного сомневаюсь. Так, а что ты говоришь, там глубоко? Здесь да? Чуть глубже. Да, но поболее пологое. Да, но ступенька гораздо меньше. Но вот видишь, здесь камни есть, то есть, ну, не разроешь. А здесь я камней не вижу. Ну, глубина такая, по колено, типа. Знаешь, что я тебе скажу? Я думаю, что тут он, она заедет просто вот так медленно. Нет? Дай туда правее чуть-чуть. Правее чуть-чуть. Хороший перепад. Слушай, у меня сейчас такая по размеру сейчас. Нет, нормально. Жопа прошла. Двигаться блокировок пока не включили. Очень легко. Легко вообще, да. А как тут пешком-то теперь забираться? Да! Короче, я забыл включить блокировки и компрессор. То есть он, получается, на межосевом дифференциале доехал просто. Гонишь насос? Ну. Блин, тут очень хорошо вообще. Слушай, ну да, когда ошибки, здесь нормально. Сейчас двигаемся вдоль лэпки. Задача подъехать с другой стороны до лэпки, которая не позволила нам продвинуться, когда вот помните, мы ночевали на болоте. Подъедем немного с противоположной стороны, посмотрим на все это дело, не будем его прям пересекать и уйдем по другому направлению. Но просто интересно на это все дело с той стороны посмотреть. Вероятно, это, как Паша говорит, пьяная дорога. От села к селу, чтобы гонять за топливом. Нам туда? Да, да. А там оффроуд начинается, Паш. Ну, прям так резко. Ну так хорошо. Да, это хорошо, мы не готовы к ней. Поедем, фигня. Да? Да. Ты потом будешь это? Как его? Тачки переодеваться? А там вообще, по-моему, выезда нет. Погружение? Ну пока хорошо, да. А запах? Запах прекрасный. Травка добавляет оффроуда, непонятно, ничего не видно. И что, куда надо? Ну вдоль лапки. Сюда, что ли? А, не. А, вот дорога. Все. Я думаю, месяц назад тут было очень хорошо, водой. Мы сейчас проезжаем и оставляем следы за собой. Все пересохло, в общем. Так-то это все в воде, скорее всего. Ты думаешь, надо блокироваться? Да хер его знает. Думаешь? Думаешь. Тут хорошо, походу. Или не очень. Глина. Не хочешь прогуляться по глине? Честно ответить? Нет. Честно ответить? Да, тогда я постараюсь не застревать. Хороший супчик.
Да. Вон, нам туда. Может, пора? Че, переодеваться? Внимание, нефтепровод. Проезд здесь. Вот, проезжать можно. Да. Нет, прям. Я думаю, надо, да, мало ли там будет. Давай попозже. Попозже? Да. Хорошо, вроде едем, не застреваем. Ты видишь, сколько их там на зеркале? А, они мне в ногу зашли. В штанину, что ли? Да! Очень веселая лэпка, надо тут весной будут хорошие водные процедуры прям. Я так понимаю, залита она вся просто. Да. Если мы сейчас уходим. Просто это... Да, вижу. Зеленая трава. Да. Не хочешь, да? Пройтись? Нет. Чего? Вейдер садись? Нет. Ладно. Да, поздно уже. Че, у тебя пошло, что ли? Пока нет. Волну пустили. Да. Прям трава ложится. Сюда. Нет, давай посередине. Помнишь того конца, сколько раз съезжали с него? Да. И каждый раз какая-то жопа. То есть лучше изначально в самую по жопе поехать. Чем объезжая жопу, попасть все больше в жопу, да? Да. Ёлки-палки, что-то, блин, выглядит очень. Да, выглядит прям очень. Интересно. Здесь вот явно какое-то рубилово было. Тут какой-то заплыв тут, походу. Здесь? Да. И попробуй тут по следам, может. Да, сейчас. Пока не поздно. Блин. Сейчас мы перебьем этот перешейк. Поедем. Поедем вперед, естественно. Что ты говоришь, направо уехать? Попробую. Через каждые 30 метров. Блин, а?
Там прям, причем очень глубоко. Видно, что накопано от души на выездах и на въездах, соответственно. Так, а что писали, что там той речки? Какой речки? Ой, не речки, а в озере. В озере? Я даже не знаю, где хуже. Где вкуснее? Вкуснее слева, наверное. Слева, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Камера снимает? Да. Должен. Вниз не двигаемся, значит хорошо. Попробуй туда обратно. Поедет. Да. Еще раз. Такой веселый лепки, кстати, я еще не встречал, если честно. Тут даже можно сказать, какой-то рельеф есть. Да. Блин, вот. Я вот боюсь, сейчас мы прощелкаем момент с Ледерсом. А чувствуешь, как скилл растет? Осторожность, да, сразу тут же. Это как без лебедки ехать. Да, кстати, да. Верно, подвечен. Опа. Мама. Гайд закончилась. Блин. Что-то у нас большой грен, капитан. Есть. Что, есть грен? Да, есть. Есть грен. Видишь, как это вовремя начинаешь останавливаться, да? Да. Ну нахер, короче. Нормально. Да. Я вот так и шел. Да. Понятная субстанция. Субстанция. На перешейке сейчас оденусь. Да. А там гати нету, да? Нету. По-моему. Сейчас, подожди. Да! Кто там про Вейдерса ты говорил? Фу. Попробуй назад. Сейчас, подожди, не так быстро. Давай. Еще чуть-чуть. Не, все. Короче, я застрялся весь. В общем, моя ошибка, что я поперек бревки проехал, а с левой стороны там как бы это, гати нету, поэтому у меня дорожный просвет быстро закончился. Вот, видите. Я сейчас типа накачался, но боюсь, мне не хватит даже добавленного дорожного просвета. Поэтому Паша зацепил. Поедем сейчас. Ну, предсказуемо, это ничего не дало. Тачка висит. Поэтому травлюсь. Еду прямо.
я не хочу ездить с правой стороны. Буду как нормальный человек плюхаться в этот в колею. Ого. Пробьет. Молодец, геноцвали, вообще классно. Напоминает всю серию с этой, с глиной. Тоже там была такая же история, только не так жарко было. Поэтому сейчас дадим машине передохнуть, чтобы опять не спалить форсунки. Да, дует очень. Да, ребята, я так и не сказал, что у нас тут небольшой аратинуй. Паша, расскажи, что это такое? Это тюнинг от людей, у которых руль в бардачке в основном. Так. Вот, они приподнимают заднюю часть капота для улучшения вентиляции. Ну, короче, способствует лучшему охлаждению. Да, рабочая тема. Прям давление, температура другая, другой температурный режим. Налево, едь прямо. Прямо едь. Такое тут прямо. Надо, чтобы каждая следующая тачка с большим клиренсом ехала. Тогда это будет работать? Участок, видимо, гиблый закончился, сейчас тут едется значительно лучше. Можно поднажать газу, но можно удивиться потом, неожиданно. Поэтому осторожно. Ну тут накатал. Свернули слэпки. И вот это да! Вот это да! Вот я так понимаю, это Harvester. Как раз. Но судя по ширине и глубине, наверное, да. Я не хочу даже пешком ходить туда. Но это тут как бы это, когда дорожный просвет закончился, называется. Слушай, давай я немножко сунусь, просто посмотрим, что он прям, я подъезжаю, а он там заканчивается. Если поедет прямо по колее, то до меня не доедет. Ну, как бы, ну да, не, ну ты попробуй. Я вот говорю, что ты до меня не доедешь. Пошел мостом уже. Ну, все, ты мостом сгребаешь. А, да? Да. Не, прям... Да? Сиденье поднялось? Да, поднялось, я пустил. Не, ну вот так, да. Так поедешь. Ну что, знака не видели, да?
я туда не хочу. Почему? Очень красиво, посмотри. Не, просто сиденье поднялось, мне это не понравилось. Такая, знаешь, такая волна, я такой, оп, обратно. Бека, Бека, знаешь, какая сейчас история? Это как с самураями. Да. То есть они маленькие такие, короче, да, в колею да, не да, помещаются, да. такие бочком, короче, едут. Кстати, здесь они тоже не поместятся никуда. Да. Их перевернет на самом деле, если они сейчас вот так поедут. На дверях будут ехать. На дверях. О, а ты также на крузаке, короче, тоже маленький такой, короче, в колею не помещаешься. Нормально, нормально, сейчас залезешь. Ой! Дерево, да? Ну, тебе туда надо было еще. Давай, давай, медленно, медленно. Правей, 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 правей. Да, да, нормально, нормально, нормально. Выравнивай. Что-то его сдержит сейчас. Кардашьян держит. Да? Да. А привода, да? Да просто колея. Попробуй влево и назад, и туда больше выехать. Не-не, еще налево, налево, налево. Давай, 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 давай. Во! Отсюда пытайся направо повернуть, там на дерево залезть надо будет. Да, 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 да. Падай левым в колею. А сейчас здесь обратно залезть надо. Стоп. Во. Бека, это, кстати... Езда в стиле Нивы, только на Ниве так всегда надо. Ну, да, я знаю. Вот, вот ты всегда на Ниве едешь вот так. Я всегда так ездил, когда за порталом ехал. А. Блин, надо заканчивать. Думаешь? А так весело. Посмотри, мне не нравится эти доски, которые я в один момент зайду. Надо будет подвечить, там что-то такая история. Зайдут и выйдут под твое сиденье? Да, да, я такой возможно. То есть, подожди, мы сейчас собирались обедать, и ты нашел место для обеда, это я правильно понимаю? Как бы почти, да. Я сейчас попробую. Сюда заехать? Сюда заехать, да. Ну вот в езде на Ниве, кстати, мне вот это вот нравится. Ну, по-моему, у нас радиатор. Да. Боятся, непонятно. Дерни капот. Опять с внутренней стороны. Она, да? Ну, по всей видимости, не видно. Так, давай сейчас, чтобы долго не морочиться, затянем лебедкой морду сюда. Пообедаем, там подумаем. Разобьем лагерь, покушаем. Подумаем, что с радиатором делать. Вырвало. Кусок вырвало? Че, палка может ошла опять? Какая-то, да, и такой след есть. Палка, наверное, залезла. И это вот здесь случилось, походу. В общем, там рядом со старым, который у нас заклеен. Запаян. Запаян уже, да. Новое образовалось. Крошка манит. Капец как. Он причем лютый может быть только в начале. Кто-то на велике промчал.
Где? Ну, вон, едет. Да, да. С удочками. С удочкой. Но здесь щуки не будет, жаль. Здесь не будет. У меня такое ощущение, что вон там она заканчивается. Да? Или становится еще веселее. Или еще веселее. Ну да, тут беда в том, что, конечно, эти коряги, если тебя скинет, то все. А говорят, харвестер 60 сантиметров. Ну, тут примерно так и есть. Ну. То есть нам не хватает. Мы, типа, нам надо накачаться полностью. Да. А потом еще 12 сантиметров. Да. Тогда будет 60. Ну, все равно пора было обедать. Учитывая прошлый опыт, да? Да. Мы решили подсуетиться, или не Паша не забыл про это я вообще забыл. Как это? У вьетконговцев эти были. Да-да-да. Я бы весь отдел как презерватив до конца. Пицца в воде. Видите? Нырнула. Из того, чтобы взлететь, нырнула. Ага. Но долго она там жить не может. Поэтому должна где-то вынырнуть. Это здесь она исчезла. Ну, уточка-то, выходи. Если это вообще птица была, а не какая-нибудь крыса. Или бобер маленький. Ну, давай, давай, давай. Долго там будешь куковать? Ходи, я тебя видел здесь. Нет? Все это мне показалось? Ладно, сейчас пойду по воде. Кто не спрятался? Я не виноват. Или она взлетела, или я не видел. Куда-то выходит все-таки на поле. Видимо, уже вырубленное, возможно. Потому что виден просвет. Ну, собственно, да. Выезжает на поле какое-то. Пошел я обратно за тушеночкой. Вот. Вот. Вот уже копыта. Это лось, походу. Это утки. Вон они, разогнались. И чё, куда они когда-то делись-то? А, я помню, один убежал сразу вправо. О, 100% нырнул. Теперь-то я точно знаю, что нырнул. Сколько она там будет-то под водой? Ну, давай, я подожду. Комары жрут. Можно ждать. Давай, покажись. Я уже 3 минуты тут сижу. И кормлю комаров. Блин, если не забуду, посмотрю в Википедии, сколько они могут под водой быть. А сколько человек может с комарами взаимодействовать без вреда. Вот он сейчас, наверное. Вот она, наверное, проплыла куда-то дальше и ржет надо мной. Неужели ты до сих пор на дне сидишь? Или это я как дурак тебя жду просто? 5 минут. Ну все, утка победила. Все, пойду по воде. Какой у тебя на этот раз был? На этот раз за огнем. А. Чтобы не клеить? Ну. Получилось? Да, вроде да.
выбрались. Угу. Роковой поворот.